Ебать ты, старпёр. Приветствую, дорогие подписчики. Мегеша деградировал. Мегеша устала от ДБД и от всякой современной толерантной херни. И решил удариться по классике. По совсем классической классике. Да-да, вот про этого милого котенка с пистолетом, с которого вылетает рука. Да, многочисленные финансовые затраты не прошли даром. И я теперь... Ни хрена себе, ты можешь жопой бить. Я теперь могу таки наконец-то полетсплеить игрушки времен моего детства, давно прошедшего. Оле-оп, нормально. Вот, бля, я бы так играл. У меня просто джойстик этот, блядь, полуразъебанный. Но у него очень плохая отдача этих самых. Как называться? Ну, короче, долго думает он. Тут даже какие-то коды есть. Который, наверное, сейчас... Игра старше меня, блядь. 91-го года, блядь. Я 92-го. Вот. Причем, по-моему, почему-то мне где-то кажется, что я видел, что эта игра сделана Konami. Беда в том, что... А, это типа другие бомбочки. Короче, беда в том, что... Другую игру от Konami, видимо, мне не судьба записать. Потому что у меня Dendy и Sega нормально записывается. Через всю эту мандалу. А первая PlayStation вообще никак не записывается. Абсолютно, блядь, просто изображение, это синий экран. Ну просто вот высшие силы не хотят, чтобы я играл в Silent Hill. Ну никак. Поэтому, типа, ну... Это печально. Поэтому будем играть в Rockin' Cats. Это была одна из двух игр на Денди, которую я в детстве мог пройти. Все остальные вообще пройти не мог. Так, старт. Так. Какой хотите выбрать канал? У нас тут как бы есть... А вот это я не помню, что. Ладно, давайте, короче, го, просто тупо с первого уровня пойдем. Даунтаун. Ну ладно, погнали. Так, таймеров нету? Нету. Так, прыгать на Ашку, бить на Бэшку. Хорош. Ёбаный ад. У меня же, кстати, еще на джойстике, у меня нет крестовины. У меня вместо крестовины этот. Как аналог, короче, палка торчит просто. Так. А! Пидорасина! А он нихуя себе живучий, ты смотри. А что я сделал? А как это я сделал? А как отцепиться? Нихуя, ты куда полетел-то, блядь? Пидорасина, блядь. Ну, сука, блядь. Дай мне деньги-то взять. Не, подожди, подожди. А как крутиться? Ага, допустим. А я могу сверху встать? Да, я... Да, молодец, молодец. Сука. Хоба. Блядь, стрёмно. А я, подожди, я как-то могу поймать эти штуки же. Да? А чё они так рано их скидывают? Ха! Пиу! Пиу, сука, пиу, бля! Водой загандошил. Как это называется? А! Падла, я чуял, что она упадет, но я, да, я обосрался. Сука, а как его снять-то, блядь? Ох ты, псина, блядь. На тебе по яйцам. Короче, я понял, блядь. Далеко мы так не пройдем, нахуй. А, я думал, я сейчас этой овце переебу с ноги. Просто в нос. А можно мне хилсов? Я как-то мне страшненько тут. Блядь, этот педрило прилипало, ебаная. Ты, блядь, отъебись. А я могу? Да, я могу за фонарь еще, кстати, зацепиться. На, сука. Я тут покручусь, вы не против? На, нахуй, пендель тебе, под сраку. Ай, блядь, яма! Ой, сука, ты охуй! А чё он сюда запрыгнул, блядь? А подо... А, во, надо зажать ее, точно. На тебе с банки, падла. На, сука. Так, погодь. Не, ну это я, да, я мне 100 лет, я 100 лет назад не играл. Бля, я хотел, короче, на скилле, короче, перехватиться, как этот, нахуй, прям сразу за следующий. На, сук! На! Прям в яму, ублюдка этого. Да ладно, сначала! Твою мать. Это... Ну, типа, это печально. Ах ты, сука, блядь, уебище, блядь, это лесное. А как его...
На нахуй, между глаз, блядь. Блядь. Ну-ка. Падай. Блядь. Побалди ему, нахуй. Ну ладно, ладно, давайте не будем сразу это судить. Меня, это, я, да. Я... Ой, что я нажал? А у меня нет другого оружия, хули ты мне предлагаешь выбор оружия, идиот. А когда оно понадобится, у меня, я не вспомню, на какую кнопку я нажал. На-на! Давай, прыгай сюда, к чему, блядь. Гэнгста щит, куда пошел? На, еще раз тебе. А я как бы имба, когда кручусь на этой штуке. Хоп, и банку забайтили. Блядь, не то нажал! Но я вспомнил про жопный удар. Бля, не помню, сколько мне было лет, когда я ее проходил. Но я и тогда обосрался. Блядь, не то кнопку нажал. Блядь, а ты еще 100 лет к управлению привыкать будешь. Что, там есть кого-нибудь затушить, не? А, ну да, блядь, правильно. Он пошел аккурат, когда я уже с нее слез. Сука, ты смотри, а? Увернулся, блядь. Оришка прожал. Бля, я думал, босс уже будет. Ну, я надеюсь, чекпоинт тут есть. Давай только не это самое. Блять, он как-то еще под углом умел, блять, бить раньше. Да, это босс. Хилка. Ой, то есть это жизка. Хорош. А можно еще парочку? А можно чит-код на бесконечные? Так, как валить эту тварь? Блять, сука. Блять. То у меня за месяц сейчас. Блять, чудо какое-то просто. Я вообще, я роковал максимально же, ёпт. Я не помню, я, да. It's magic. Сама улетела куда-то. Ха! Да, кнопку, конечно, тяжеловато привыкнуть. А, на C-шку он это меню вызывает. Все, я понял. Погнали. На помощь! Тут даже типа есть сюжет, какая-то псина похитила нашу тёлку. Por favor. Да говно вопрос. Блять, а что делать? Вот как-то под углом я ж бью. Ай! Сука. Они на скейтах, что ли, или на чем? Да блять. Ты см... Хуя ты скилл, блять. Да ебать. Вы там вообще хоть промахиваетесь? Они всегда бьют четко туда, куда я иду. Что произошло? А что ты дальше не идешь? И как бы вот типа, а кто поездом управлял? Где главный вагон? А я еще им должен сам управлять этой штукой? Я думал, он автоматически едет. Так, вот это место, где у меня горела жопа в детстве. Потому что я хуй знал, как вообще залазить тут на трубу, на эту ебаную. Ага. Так, ну ладно, в принципе, я понял. Так, ну допустим. На, обнос нахуй. Минус лицо. Угу. Хорошо, хоть еще здоровье от этого отнимается. Но зато я могу их пиздить. А! Сука, он опять появился?
Кто ты ровчик, блядь? Ебать, тут идеальные тайминги надо высчитывать, блядь. На говно. Угу. А! Да охуел, что ли? Ну ладно, хоть так. Ага, а я до этого не достреливаю. На говно. Ну он сейчас опять вылезет же, блядь. Хуй знат. Жиска. Жиска это прям на вес золота. Учитывая, какой я рачила. Затянись ты нахуй. Тут вот надо тайминг и просто божественно высчитывать. Блять. Я буду страдать. Сука, я буду страдать в этой игре. Это игра, это такие игры для Захара. Это он такую хуйню любит. Я да. Допрыгнул. Ой, ёб твою мать, тут босс. А! Сука, хуел. Ебать. Не, музон в этой игре это самая прям вот песня. Помоги мне, Вилли. Ебать, у него ебало страшное. Здесь как у монстра какого-то, блядь. Подожди. Я приду как только смогу. Так быстро, как только смогу. Эй, Вилли. Чего? Will not give Jill to you. А, я тебе не отдам Jill, типа. Я дам тебе что-то из моего тяжелого звука. Это будет... А, отпиздить его банда этих каких-то там быков, нахуй. Ай! Сука! Ты рофлишь! Сука! Да блять, хуй... Вот, блять, нереально увернуться? Если от него... От него увернуться можно, то от этих ебаных прожекторов вообще никак. Если только на упреждение сразу так отха... Ага, блять, отошел. Да ебать! Пидорас. Да блять! Нет, от прожекторов нереально свалить вообще. А если отходишь от прожекторов, по-любому прилетит этот козел, блядь, откуда-нибудь, да? Да я прыгнул, иди нахер! Тоже мне, блядь, сука, двойной выстрел. Сутенер по имени Прилизанный. Да я твой рот мотал. Как уворачиваться от ебучих прожекторов? Это первый босс, сука. Блять. Да сколько в тебе жизней, говно? Это первый босс, ребята, нахуй. А я уже так потею, ебать. Это мы далеко так не уедем, нахуй. В смысле, а чё, он тянку спас? Ой, сразу лицо поприятнее стало. Спасибо, Вилли, я тебя так люблю. И этот сразу ебал, улыбку растянул, такой хавальник довольный. Я просто сделал то, что должен был сделать. Мужик. Эй, придурок, я тебя еще достану. Вот с этим говном, кстати, в конце игры надо пиздиться. Конец. Ну все, ребят, пацаны, короче, все, игра пройдена, пойдем по домам. Конец, написали, ну типа, че, куда... Она в какую-то лесу, блядь, здесь похожа. Блядь, херово, что нельзя это сохраниться, блядь, на денде. Так, тут была какая-то бодяга. Так, у меня $400. Что я могу купить? Хаммер панч. Жизнь. Гранату. Двойные шарики.
Парящие ботинки. Давай двойные шарики возьмем. Они типа имба. Хорош. Бронирован. Я вообще всегда с бронированным шариком любил играть, но я типа не помню, а на кой хуй нужен. Бонус гейм. Ой, блядь. Пизду не. Я помню эти бонусы, это ебаный кошмар. Бонусы хуже, чем вся игра остальная, все вместе взятые, блядь. Это типа как в Crash Bandicoot 4, бонусы, блядь, просто максимально хардкорные. А чё он, типа, то грустный, то улыбается? Эй, хуй знает. Так, Sky Ice. Типа, воздушные асы, типа того, короче. Ну, во. Го, я сказал. Это ж BBC. Но ловкости мне определенно не хватает. Подожди, а я могу бомбу поймать? Чисто по приколу. Нет, не могу, видимо. Ах ты, говно! Она уже потухла. Сейчас, сука, в самолет зас... Я сейчас в самолет как сяду, как дама пизды. Ах ты... Тварь, блядь. Ебать вы резкие. А чего вы такие резкие, блядь? Чего я такой медленный, блядь? Да... Да иди ты нахер! Не, ну видали, блядь, что он делает? А-а-а! Ну вот еще не хватало, блядь, самолетов меня бомбить. Вы что, охерели, что тут все? Да ёб твою мать. Да. Есть хоть один враг, которого я бы пропустил. Ну чисто буквально каждый мне всаживает нахуй. Вот как видишь врага, это хит. Ну, хоть этого убил. Без повреждений. Да, тяжело нам будет так жить. Блять, эти штуки еще, блядь, так пиксели задерживаются. Неизвестно, через сколько можно там будет пройти. О, Тейлз, ебать. Ну, типа, ну, я синий, как Соник, а он желтый, как Тейлз. И на самолете на красном. Блять, там опять как дрочь будет. Птиц. Еще птиц, еще птиц. Ай. Ай! А, он не может бить, когда он это, в присадке, понял? Ебать! Вы чё, роди, охуели, бля? А чё я должен с ним делать? А, понял. Ебать, колотить. Он сейчас поверху, да? А я не могу с места-то сдвинуться, кстати. Я могу только вверх-вниз прыгать. Блядь! Ау-а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 у! Ну, мне пизда. Ай, сука! А, что не так с этой игрой? Она чё, блядь, предугадывает мои эти движения? Да я твой рот мотал. Да, я думал, сейчас птица пленю, но это нет, это... Подожди! У меня же есть вот эта байда. Да, блядь, я нажал как надо. Да я... Да твой рот ебал, ну это не... Это не контрится. Не, ну здесь можно двигаться, блядь, но толку от этого. Да ебать. Да я нечаянно нажал. Да оставь. Вот такой ебальник интересно делать. Ай, сука, попал. Да! Сука! Я тоже сдох вместе с ним, блядь. Короче, я понял, нахуй, это все. Это просрано. А я могу их сносить? В смысле я могу их сносить? А до этого не мог? Эх, двойного прыжка, конечно, здесь очень не хватает. А вот эту хрень нельзя сносить. Да ты охуел, что ли?
Я слеп, но я вижу, что ты охуел. Я глух, но я слышу, что ты охуел. Я нем, но я говорю, что ты охуел. Не, ну это был, это фейл фейлов был. Не, красная штука — это имба. Хоро. Сука. А как? Я боюсь уже что-нибудь так сделать, чтобы опять не умереть. Фух, блядь, жесть какая. Блин, и чё я как думаю? Я... Зачем я купил эту хрень и не пользовался, блядь? Да я без неё бы вообще бы хрен завалил этого черта. Ну, то есть, как бы, типа... Я бы мог его это только после того, как он всё обстреляется. А, сука. Ёб твою мать. Да! Бля, тяжело. Надо было в Кота Феликса играть, ну... Я в Кот Феликс зашел, там вроде так все было лампово и легко. А почему ты вниз упал, блин, дурак, ёб твою мать? Что я не так сделал опять? О, господи, как это жестко. Какой тайминг тут нужен? А, не нужен. Дэнди, блядь. Ну куда ты уехала, хрень? Я деньги хотел... Я хотел деньги собрать. Ну, здесь клево, смотри, шестеренки такие, продумка какая-то унылая. Бля, нет, эта штука, это... Отстань, не хочу я с тобой! Что бы то ни было. Ай, блядь! Пиздец. Ай, блядь, сука! Вот, как они умудряются... Блядь, вот он сдох, а все равно мне хит нанес. Бля, я боюсь. Я упаду сейчас. Я умру! Ай, ёб твою мать! Да отстань. Ну, мне пизда. Ну, все, поиграли. Да, блядь, ну, сука, ты всегда ты достанешь. А почему здесь одна теперь? Было ж две. Да ёб твою мать, псина! Не, вот это вот эти прыжки ебаные меня прям бесят. Это надо... Божественные тайминги. Угу. А чё второй-то них? Да, сразу бы два, нахуй, дал бы мне пиздюля. Да я убежал уже от неё, блядь, сука. Так, это что? Ёбаный рот этого казино. Ну это пиздец. Неправильный тайминг, ты идешь нахуй. Как мне прыгнуть? Ёбаный пиздец. Он намного быстрее нее крутится. Да, блядь, ну это нереально, нах. Ну что тут, блядь? Чё? Код? А код это... В смысле? Чё за код?
Короче, блядь, тот пароль, который мне дали в конце на уровне, не знаю, зачем, он нихуя не работает. Просто не вводится, блядь. И кнопки назад здесь нет, как бы. То есть, если ты заходишь в меню или в пароль, все, пиздец, пошло нахуй, блядь, выключай приставку. Так, ладно, второй это, блядь, мне казалось, второй он такой легкий, блядь. Мне казалось, что он вообще самый легкий из всех, какие здесь были, блядь. Ну, первый, соответственно, нет, второй самый легкий должен был быть. Ну, ебать, просто всралась нахуй на ебучей какой-то вот непонятной хуйне, блядь. Ну, потому что я не понимаю, как это, блядь, на какой тайминг нужен, чтобы там пропрыгнуть. О, блядь, еще лучше, нахуй. Вот эта вот миссия конченая, я помню. Просто максимальная дрянь. А, и у меня еще пулялочки мои нет. Ну, заебись. И музыка здесь мерзкая. Здесь все мерзкое. Максимально мерзкий уровень. И панды ебаные. На, сука. На, нахуй. Блять, ему еще два хита надо. Ой, блядь, вот эти вот твари, блядь, тоже нахуй. Псины, блядь. Вон, видишь, злая такая, типа, пиу. Хуйня, ладно, пошли дальше. Ну, блядь, какие-то трубы из Марио, блядь, из которых какая-то поеботина летит. Выпустите меня отсюда, плиз. Ебать. Да. Сука. Что за блядская игра? Она всеми какой-то... подставу устраивает, нахуй. Ты не ждешь, а тебе дают. Эх. А, блядь, а как тут пройти-то? Блядь! Ты ебаный ржет. Ты еб твою мать. А, я понял. Я, кажется, понял, как это... как пройти, но не знаю, как это сделать, блядь. Короче, мне надо вот так под углом судануть мусорку. Да, блядь. Ну, меня убьет сейчас. Просто потому, что я, блядь, не могу запрыгнуть туда, на. Ебануться. Нет, это надо вот... вот так вот под углом, но от мусорки, блядь, отрикошетить. Неужели, блядь? А я только порадовался, думал, хорошо, иду, мне не то хитов не дают, а тут на тебе. Я говорю, конченый уровень. А! Тварь. Осуждаемых. Но они, по-моему, не вылетают, когда ты на них стоишь. Так, а что здесь было конченого максимально? Хоп, еще и денег подзаработали. Тихо ты, блядь! Ёб, сука. И никого здесь с первого удара не выносишь. Ну ладно, этих выносишь. Жиску мне, жиску. А, она сразу на фул? Заебись. Нахуй. Ну это типа как комната страха, там типа того, ой. Не останавливаемся, бежим. Текаем на... ай, сука! Блядь, это вот этот вот уебище, который он еще прилипает ко мне. Да ладно. Музыка такая типа страшная. Эх, мне бы сейчас мой пулеметик. Мне бы сейчас мой пулемет, я бы ему такую любовь показал. Блять, как ты... То он прямо бьет, то... А-а-а, пошел ты, придурок! Сука! А-а-а, хуй там. Хуище, блять. Иди сюда, блять. Псиной, че. Ненавижу собак. Ага. А-а-а! Сука, тут хитанул. Ага. Он хотел сделать мне хусь. Ай, блядь, не успел увернуться.
Не, мне нравилось в старых играх, ну, в каких-то там большинстве игр, ну, типа, полоска здоровья у босса как бы присутствовала, да? Можно было хоть понять, сколько ему еще долбить. А здесь что-то бьешь, 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 блядь. Ой, жизнь сразу становится, это хорошо. Так я вашего альфу завалил, откуда вы здесь, черти, блядь, идите нахер. Опять птицы. Второй локации, блядь, прилетели, нахуй. Вот как это у меня так получилось сейчас резко, резко направление движения сменить в полете? Заебись. Заебца нахуй. Просто, блядь, великолепно. А, ну понятно, это все, это ГГ. Эту миссию нельзя пройти, здесь надо эти ж, блядь, летающие ботинки, а у меня их нет. Я просто помню, да, что-то такое, что здесь надо обязательно эти летающие ботинки иметь. Иначе тебя поимеют. Так, я могу прыгнуть на этого педика просто так? Или мне обязательно надо его с кулака уебать? Да не, в принципе, могу это... А, дуёна! О, блядь, обожаю Дэнди, нахуй. Блядь, вот вечно ты жмешь кнопку, она не реагирует. Мне это так все меня радовало в детстве, блядь. То, что меня больше всего... Да ты издеваешься, блядь, кошак ебучий. То, что меня больше всего в детстве радовало, это... Когда, блядь, кнопка не срабатывает. ДПД референс, нахуй. Давай! Я думал, птица. А, вот птица. У меня как бы вообще и так с джойстиком, типа, проблемы. А, ты сам сюда запрыгнул? Блять, заебись, но мне-то надо не сюда запрыгнуть, мне надо от этой ебучей жабы отрикошетить, подпрыгнуть, зацепиться, нахуй. Ебать. Crash Bandicoot 4, нахуй, моего детства. Так, это мы делаем так. На! 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 Сука, не нравится, да? Но у меня как бы шансов ноль. Не, долетел, слава богу. А были бы у меня летающие ботинки, проблем вообще никаких не было. Что-то не то. Ебать. Ебать. Понятно. Ой, блядь. Ладно, бежим. Просто бежим. Ты ебать. Я кнопки забыл. Да, блядь. Все, я, да. Ну, мне пизда. Добежали куда-то. С одной-то жизнью мы. И с нулем контов! Босс какой-то конченый, я помню. И прям на шипы, отлично. Понятно, нахуй. Ладно, давайте здесь посмотрим. Вот это моя любимая локация. Дикий Запад. Но учитывая то, что я нихуя не умею играть, я тут еще такой подумал. Думал, вот сейчас там за часочек затащу катку. Ага, затащу, блядь. 1885. Это как назад, будущее прям. Ну, конечно, ты, блядь, опрыгнешь, сука, такая ёбище, блядь, лесное. И, кстати, вот эту музычку я везде использую частенько. Шляпа, блядь. Не знаю, что это за шляпа, но она была очень агрессивная. Я охуею с этой игры, ебать, тут все, сука, опасное какое, нахуй, здесь буквально тебя тоже как... Короче, как в Крэше, блядь. Тебя буквально хитует все, нахуй. Да зацепись ты, ёб твою мать! Это пиздец. Не, игры, Дэнди игры, это явно не для меня. Я понял, блядь. Сука! Так, здесь что? Блять, индейцы ебаные. Стоп! Да ты не ох... И вот, блядь, козёл, еб... Мать. Опа.
Блять, не, ну это нет, ну это пиздец. Ну просто я, блядь, все собираю, абсолютно все, каждый враг это хит. Так, это босс. Так, а в чем смысл? Блять, почему ты двойной прыжок, сука, не делаешь, а? Блять, тут еще сдувает ветер, нахуй. Ну мне типа его надо хитовать, а эти бессмертные, ну как бы типа они мешают мне? Не, ну нереально. Ну не могу я, блять, ну не получается это, нахуй, это нереально, блять. Блять, ну это пиздец. Короче, я понял, блядь. Надо было в Кота Феликса реально идти и играть. Он гораздо проще, нахуй, насколько мне помнится. По крайней мере, я поиграл. Вот здесь я просто, блядь, с первого уровня охуеваю, блядь. А в Кота Феликса вроде, ну, типа, первый уровень такой легкий был. А здесь, ну, это просто пизда. Вот как его валить? Хуй его знает. Вот эти педики, они по какой-то траектории ходят или чё, блядь? Блядь. А, ну да. Блядь, это я прыгнул! Да нет. Короче, блядь, испоганил мне всё детство, нахуй. Как я где? Да не, ну не могу, нет, ну это я, у меня просто реакции не хватает, это нереально. Короче, ладно, на этом гейм овер, нахуй, я уже все, 30 лет мне, нахуй, мне в такие игры я не могу играть, ну просто я ничего не могу, бля, абсолютно. Единственная игра на Денди, которую я прошел в детстве, бля, сейчас я вообще просто ничего не могу здесь сделать. Буквально, блядь, мне не хватает резкой реакции вообще ни на что, абсолютно, я просто собираю все, нахуй, что здесь есть. Это грустно. Это печально, это обидно и пиздец, нахуй. Ну, может, я, конечно, попробую Кота Феликса запройти. Может, блядь, с Котом Феликсом будет попроще. Но эта игра мне в детстве казалась хардкорной, но сейчас это пиздец, как бы, ну. Игры для Дэнди, они вообще для стариков, нахуй. Это минус пальца, блядь. Это реально, это то же самое, что в Crash Bandicoot 4 играть в моем возрасте. Но это нет, это... Это только Захарчик может, или там Джуз, блядь, у которых мелкая моторика развитая, блядь. Мне, блядь, физически руки не позволят, нахуй, с такой скоростью, блядь, переключать кнопки, которые еще и тормозят постоянно, потому что, блядь, китайская хуета, это, блядь, ну, это Хами, блядь, она же какая-то китайская сранина. Короче, ладно. Небольшая ностальгическая бомбежка у нас получилась. Пройти мы нихера не смогли, кроме первой локации. Ну, потому что, да... Мигеша старый. Мигеша уже не для Дэнди. Я слишком стар для всего этого дерьма. А я даже не помню, вот после того, как этого пидораса отмудохаешь. А, там по каким-то скалам, по-моему, прыгаешь с индейцами опять. Ну, не важно, ну ладно. Короче, на этом печальном моменте... Блять, вот лучше бы у меня, сука, PlayStation 1 заработала с этим переходником. Я бы, блядь, сидел бы сейчас и записывал Silent Hill, нахуй, а не потел бы в Дэнди. За что вы меня так, блядь? Ой, ладно. Короче, спасибо всем за просмотр, Растл Эго.